Всем добрый вечер. У меня сегодня по расписанию отбивнушечки. Покажу, как делаю их я. Кусочки мяса плоские, там по сантиметру. Отбиваем этим молоточком. Маленько сейчас положим специй. Чуть-чуть совсем. А, у меня есть вот приправки для мяса. Сковородки налила маслица, поставила. Здесь сейчас такая вот приправка для мяса у меня. Чуть-чуть прям. Потому что у меня сделан кляр. 3 яйца и мука. Вот до такого состояния. Маслица разогреваем. Мяско вот так маленько пожамкаем. Отбивнушечка в кляре будет у меня. Не знаю, как это правильно называется. Я называю отбивная в кляре. Мясо в кляре. Такие. Мясо в тесте. И будем вот так вот. Кто по отдельности делает. А я сразу вот так все закладываю. Все. Вот так обмакивается у меня. Все, весь кляр на мяско распределяется. Вот так вот. Так вот закидываем на сковородочку. На сковородочку. Вот так раз. В кляре раз. И на сковородочку. Так вот, машинка у меня тут включилась на отжим, как нарочно. И вот так будем жарить. Сначала на большом огне, потом повернем и под крышечку. Делаем. Пока жарится наше мяско, мы сделаем Танюшке салат-лисичку. Жареная куриная грудка. Остывать поставила. Сыр. Маринованные огурчики. Помидорки нам тут не нужны, огурчики. И морковка по-корейски. Зелень еще положу. Все, вот такой простой и вкусный очень салатик. Она очень любит. Мясочко переворачиваем. Видите, оно поднимается такими плюшечками. Оп. Все, корочка заделалась. Можно убавить огонечек. И на медленном огонечке довести мясо до готовности. Минут 5-7, не больше. Так, ну что, а пока мы займемся лисичкой. Резать соломкой. Все соломкой. Соломкой курочка жареная. Вот так вот. Соломкой сыр. Так, разъединю его. На раз, на два поесть. Но маленькие порции, много не делаю. Чтоб свеженькое было всегда. Вот так вот сырок. Так, огурчик. Также соломкой. Очень вкусненький. Я положила уже вторую партию мяска. Вот какое оно у меня красивое получается. Мягкое, пышненькое. Мягкое-мягкое. Хорошо отбить и дать ему маленько прожариться. Такое красивое мяско. Так, ну что, лисичка почти готова. Делаем. Так, и последний у нас штрих, это корейская морковка. Кстати, она магнитовская, недорогая, но вкусная же, Тань, да? Моя цена. Вкусная, она не острая, да, Тань? Что-то она там головой кивает, молчание ягнят у них. А, у нее лопатку защемило.
Вот, я думаю, когда же ты вскрикнешь-то? Ай-яй-яй! Вот вопли-то у меня там сейчас будут. Скажет, что мать там и делает. Так, ну что, все, Танюш, тебе зелень класть? Не надо. Не надо зелени? Нет. Ни укропа не надо? Ай-яй-яй! Вот такая лисичка готова к употреблению. Очень быстро, очень вкусно. Курочка жарится 10 минут. А остальное все, как говорится, все ингредиенты готовы. И он очень красивый, нарядный салатик. Сейчас перемешаем. Он маленько постоит, пропитается. Вот этими всякими. Подружится друг с другом. Продукты. Ой, не могу, надо двумя руками. Все, лисичка готова. Тань, на, сама мешай. Мне лопатки. Так, я пошла к своим. О, перчик. Это мама делала ассорти. Перчик, помидорки, огурчик. Божественно. Переворачиваем наши отбивнушечки. И накрываем крышечкой, маленько уменьшая огонек. Все. Так, это убрать надо. Делаем. Вот такие отбивнушечки в кляре у меня получились. Тут уже подъели. Кто-то уже подхватывал. В общем, всем приятного аппетита. Готовьте вот такие быстрые вкусные вкусняшки. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. С удовольствием читаю ваши комментарии. Все, всем пока.